На днях в Италии 51-летний кутаиский вор в законе, Мамука Квижинадзе, дерзнувший прикословить самому Шакре, избив, оставил без имени своего земляка Георгия Тарадзе, имевшего неосторожность усомниться в полномочиях Мамуки. Экзекуция безрассудного горе-претензера состоялась в присутствии Ливана Пучура и покровительствующего Мамуки Мираба Сухумского. Принимая во внимание влиятельных недругов Квижинадзе, уместно предположить, что каждый, кто дышит ядом в его сторону, делает это по их прямому указанию или в расчете на кость за преданную службу. Тарадзе, например, который за 9 лет воровской карьеры впервые подал признаки жизни, пытался предъявить Мамуке какие-то вопросы к Вижавиче, любимого духовного чада Шакре, однако Гурам, когда ему позвонили, тут же открестился от Тарадзе, сказав, что о Мамуке самого высокого мнения, после чего Тарадзе настигла справедливая кара. Демарш Гурама, если это не хитроумное кутаиское усыпление бдительности, может означать, что ни у кого в его круге доверия, включая Сибуа и Чурадзе, нет вопросов к Мамуке, в отличие от Мамуки, у которого они есть.